Не за свое дело взялись, братцы. Вы что же хотели меня удивить? Меня, который обкладывал целые батальоны? Да я матом вышибал страх из людей и гнал их под кинжальный огонь! На смерть! На гибель и победу! А ну, бабы, закрой слух! Утешил Егор Иванович. Почитай, полвека такой музыки не слыхивал. Задушевная речь. Ладно, товарищи, шутки в сторону.